Денис Дмитриевич, ваш комментарий сегодня снимать. Ну, комментарий короткий будет сегодня. Хочу извиниться перед болельщиками, перед руководством за тот футбол, который мы показали. Да, выиграли, но меня не удовлетворила полностью ни игра команды, ни ее настрой перед игрой. Поэтому приятно, да, что мы завершаем групповой этап на первом месте, но качеством игры я категорично недоволен. Сейчас в раздевалке поговорил с ребятами, попытался до них донести те мысли, которые у меня были в голове. Я думаю, мы друг друга услышали, и в следующее время покажем перед своими болельщиками, перед руководством клуба немножко другой футбол. Тот футбол, который они умеют играть и уже не раз показывали. Ну и, конечно, именно в психологическом плане, в ментальном плане будем совсем другой командой.